первый матч прокомментирует наставник Барса Владимир Львович. Ну, игра получилась упорная очень, в принципе. Нам некуда просто было отступать. Старались, в общем-то, как могли. Ну и хорошо, что у нас Зарипов забил последний гол. Потребовалось очень много сил. Ну, благодарен всем ребятам, что они не опустили руки и боролись до конца. Все. Ну, в общем-то, говорили ребятам, что вас и та команда, которая, в общем-то, будет доигрывать. И, в общем-то, так это вышло. Начало, конечно, матча мы где-то проспали маленько. Потом немножко, в общем-то, выровняли игру. Ну и вот эти два овертайма, конечно, очень круто играют, потому что никогда не играли. Здесь одна ошибка, и, в общем-то, заканчивается. Хотя, в общем, были в том момент, когда Бурис должен был забивать, но не забил, не получили. У меня все. Вопросы. Что за Дибов? Спасибо.